Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Астрора. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами уделим внимание старым вещам в нашем доме и поговорим о том, как же правильно очищать старые вещи от энергетики. И это поможет вам убрать энергетику и тем самым привлечь изобилие, достаток и благополучие в вашу жизнь. Все вещи, с которыми соприкасается человек в жизни, носит, использует для того, чтобы сделать свой быт удобным. Все то, которое наполняет его дом, создавая комфорт и уют. Все тесно переплетается с его энергетикой и членами его семьи, а с годами человек с той вещью, с которой контактирует длительное время, тесно переплетается энергиями, поэтому нужно уметь здесь правильно расставаться с такой вещью, соблюдая при этом все правила. Зачастую люди отдают свои вещи тем, кто больше в этом нуждается. Это очень правильный поступок, который способен притягивать потоки светлых энергий. Главное перед этим очищать данные вещи от своей энергетики, чтобы тем самым не причинить себе вред и не забрать другого человека, которому отдаются данные вещи. Его проблемы, а также неприятности, которые такого человека окружают. Для этого нужно обязательно проводить чистку солью. Для этого возьмите данные вещи, сделайте узелок из темной ткани, в него положите 3 щепоточки крупной соли, а также 3 веточки гвоздики. Поводите этим мешочком по вещам и проговаривайте в этот момент такие слова: «Свои энергии с данных вещей убираю, они со мной останутся, биополе мое будут оберегать и влиянию чужому не подвергать». Вещи данному человеку отдаю, с ними связь теряю, а он своей энергией их наделит и новую связь с ними установит. Проговорив данные слова, содержимое из ткани смойте в канализацию, ткань сожгите и пепел также смойте в канализацию. Когда отдадите вещи, скажите, чтобы данный человек взял сразу что-то из того, что вы отдали в руки. Так он быстро установит с ними связь, а вы полностью ее утратите. Также и вам не стоит сразу надевать вещи, которые вы купили, если они не новые или же вам их кто-то отдал, до того, как вы их не очистите от энергетики прежнего хозяина. Для этого, придя домой, обязательно прополосните эти вещи в соляном растворе. Если данную вещь нельзя стирать, наберите в пол-литровую баночку проточной воды, разложите вашу вещь, далее поводите по ней сверху этой баночкой и при этом проговаривайте такие слова: «Вода, ты сильной энергетикой полна, все способны от былой энергетики очищать, мне помоги и с этой вещички прежнего хозяина энергетику убери, для моей места освободи». Проделав это, воду сразу же вылейте, банку выбросите подальше от дома, а данную вещь сразу же оденьте. Так вы наделите ее своей энергетикой, и она будет теперь служить только вам. Когда наденете, попросите от души, чтобы она притягивала к вам энергии счастья. Опасными являются энергетика вещей, предметов о хозяине, которых вы ничего не знаете. Поэтому такие вещи нужно очищать более тщательно, проведя ритуал с огнем, чтобы полностью убрать все плохие энергии, если таковые на этих вещах имеются. Когда такая вещь попадает к вам в руки, первым делом подпалите свечу. Сделайте ней 5 кругов вокруг данной вещички, при этом проговаривайте такие слова: «Энергетика и плохая, и хорошая, с данной вещи уходи. Я тебя не принимаю, с помощью огня убираю». Когда закончите, свечу затушите и выбросите. Подпалите лавровый лист от 5 спичек и окурите данную вещь, при этом проговаривая такие слова: «Сильной энергией вещь данную окружите, положительной энергетикой ее наделите. Будут ее надевать, все заветное в свою жизнь привлекать». То, что останется от лаврового листа, также выбросите. Проделав это, прижмите данную вещь к груди на 5 минут и в это время думайте постоянно о чем-то хорошем. Помечтайте, представьте, сколько всего хорошего произойдет в вашей жизни, когда вы будете ее надевать. В этот период вы переплетете ваши энергетики и станете ее единственным хозяином. Не стоит никогда свои вещи, предметы, украшения никому одалживать, даже если это ваш самый близкий, знакомый или родной вам человек. Ведь вы не можете знать и быть на 100% уверенными в том,
что данный человек ощущает по отношению к вам и не завидует ли, не происходит ли у него в жизни того, что не нужно вам знать. Ведь когда вы даете такую вещь, вы со своими руками производите энергетический обмен с данным человеком, показывая, что вы не дорожите теми энергиями, которые у вас есть, и не готовы сохранять и беречь их в целостности, а также, что готовы в любой момент подобрать негатив извне, и это вас не расстроит. Поэтому, если вы имеете привычку одалживать свои вещи, срочно избавьтесь от данной привычки, пока она не перевернула вашу жизнь и не лишила вас того, что у вас есть. Проведите обязательно чистку своего жилья и, соответственно, вещей. Для этого возьмите веточку петрушечки, веточку полыни и веточку лаванды. Свяжите их красной ниткой, положите на 7 дней на подоконник, чтобы на них попадало солнце. Затем подожгите их от белой свечи и сделайте по своему дому круг по часовой стрелке. Открывайте все шкафы и при этом проговаривайте такие слова: «Этот дом и вещи в нем – только энергетика. Те, кто в нем живет, окружает, светлые энергии привлекает. Счастьем, удачей нас окружает, деньги привлекает. То, что останется от веточек, вынесите как можно дальше от дома и выбросите». Так вы уберете чужую энергетику из своего жилья и со своих вещей, если таковая с ними переплелась. Ни в коем случае нельзя никому также давать предметы, которые связаны с вашими волосами. Та же расческа, резиночки, обруч, заколки, гребешки. Эти вещи должны принадлежать только вам. Волосы несут в себе мощную силу. Они способны сохранять все положительные энергии, которые вас окружают. С ними нужно содержать все правила, так как если ваши волосы попадут кому-то, кто не чувствует сердечен по отношению к вам, если такой предмет, который находился в контакте с вашими волосами, возьмет другой человек, то он не только обретет ваши энергии, но и перекроет доступ любых положительных и нужных для вас энергий, чем образует вокруг вас энергетический застой, который в результате ничего хорошего в вашу жизнь не принесет. Если у вас получилось так, что вы не досмотрели, а какой-то человек без вашего разрешения воспользовался данной вещью, сразу зажгите восковую свечу, пройдите ней по периметру, тщательно в этот момент благодарите данную вещь мысленно за то, что служит она вам, а затем скажите такие слова 3 раза. Только моя энергетика данную вещь или предмет окружает, а чужие энергии прочь отгоняет и не подпускает. Огонь, все плохое собери и положительные энергии привлеки. Затем разместите данную вещь или предмет возле свечи, чтобы она догорела полностью, а затем выбросите. Так вы сохраните свою энергетику и связь с данной вещью, а чужую уберете и не подпустите вблизи. Но за такими вещами впредь старайтесь следить очень пристально, чтобы потом не переживать о последствиях, которые не всегда возможно исправить, так как попав в руки к недоброжелателям, он обязательно захочет вам причинить вред.